30 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Аула Гейрухай» прошел открытый турнир по волейболу среди девочек 2009-2010 годов. Соревнования прошли в два этапа. В мероприятии приняли участие команда из города Майкоп, поселок Тульский, город Астрахань, город Элиста, аул Бличепсин, станица Геогинская, город Невиномыск и аул Игерухай. Организаторами соревнований выступила администрация поселения. Тренер по волейболу аула Игерухай Руслан Берзеков поблагодарил спонсоров, которые оказали помощь в организации турнира. Открытый турнир среди девочек 2009-2010 года рождения. Давно запланировали. Вот. Гости наши, самые дальние из Астраханской области, из Калмыкии, из города Элиста, Майкоп, Майкопский район, Геогинская ДЮФШ и наши две местные команды с местной Кашкарской ДЮФШ. Организатор, администрация аула Игерухай. Призы, кубки, медали, грамоты, статуэтки. Отдельное спасибо хотел бы сказать Мамрукову Махмуду за оказанную поддержку финансовую при закупке наградной продукции. А также большое спасибо Мамрукову Алию за то, что обеспечил питанием детей. По результатам жеребьевки несколько команд были перенаправлены в Кашихабльский ФОК имени Мухарбия Киржинова. Весь день на волейбольной площадке было жарко от накала страстей. Серьезный подход игроков к волейболу был виден уже в первой игре. Каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке. Главной задачей для волейболистов было не ошибиться при приеме мяча и подать таким образом, чтобы соперник не догадался, куда он приземлится и не смог отбить. Чаша весов попеременно склонялась то в одну, то в другую сторону. Волейбол – командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий членов команды. Все участники команд были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские качества. Каждая игра была волнующей. Участники старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи, обманные ходы. В результате соревнований места распределились следующим образом. На первом этапе первое место заняла команда девочек из аула Игерухай. Второе место – команда из города Элиста. Третье место – команда из поселка Тульский. Второй этап – первое место – город Невиномыск. Второе место – город Астрахань. И третье место – аул Игерухай. В торжественной обстановке были награждены победители и участники турнира. В результате каждая участница соревнований нашла заслуженную награду. Всем были вручены грамоты, а призеры и победители получили медали и кубки. Море эмоций, отличное настроение и спортивный азарт – вот чем наградило спортивное мероприятие всех своих участников и болельщиков.